человек. Ремень по жопе шлёп. Сегодня 17 ноября 2023 года. 17 ноября 2023 года. Отжимание. И сегодня такое неторопливое отжимание. Потому что торопиться некуда. Даже если два история, пожалуйста. Да. А у вас вообще мужчина был есть, который вы сами себя? Не-не-не, не надо все показывать. Я умоляю, давай я оставлю слышать нашего взаимоотношения на каком-то, на таком, когда ужас не показывает. Спасибо. Тверди ты, Саша. Сорок раз сделал, он пёр, ну зачем? Зачем он меня слышит? Пердежами. Ты тоже снимаешь? А то поснимал, пока я отжимаюсь. Еще 60 раз. Жаль, что не сначала. Распылил, так сказать, 60 раз еще осталось. Сегодня 17 ноября 2023 года. Что-то тяжело срать охот еще. Не вовремя я начал отжиматься. С полной кишкой. Тоже пернуло. Сдерживай, пердешь, тяжело отжиматься. 60. Ой, блядь, я же говорю. Подстава. Длинная отжимательная. Поехали. Ирина, давайте мы с вами сделаем. Ирина, нахуя вы не урони? 40 и 30, это 70. Еще 30 раз. Зачем вы меня роняете? Отключил Стефан. Опять пёр тихо, сука. Фотка? Или видео? А ты далеко от дома? Бля, еще 30 раз. Даже до понедельника. Что? Не обосрался еще. С полным кишечником вообще тяжело отжиматься, честно говоря. Потому что срать охота, и это давит на кишку. Полез. Да, 30-ку еще в пизду. Эти 100 отжиманий, нахуй. До следующих суток отойдут. В мирной. Я тебе сразу говорю, Юха, ты что меня смотришь? 21. Еще 2 друзья, все. Нет, я сразу, я вообще, у меня на память иногда просто долетит. Ладно, ты знаешь, что твое имя Пекинес? Пекинес? Я, кстати, в Обрадовичке живу. Кстати, я тоже по собаке. На 4 будем читать. Потому что я читаю ошибки на один день. На Обрадовичке я еще, это, как его, мини-спик. Заебался нахуй сейчас. Ой, блядь, ну. Это пиздец. Пиздец какой-то. Извините. Вот такой сегодня ноябрь. 2023 года, 17 ноября. Извините за пердеж.